случилось новое платье за 1200 джинсовое. Ни на Лайдрис, ни на Озон. Скажем так, кое-кто заказал платье, оно пришло на 2 размера меньше, а я с прошлой осени искала себе джинсовое платье. Ну, в общем, мне как бы предложили померить, если подойдет, то вот с меня 1200. Ну, как бы это, да, в долг пока, потому что я без денег вообще. Я сейчас попробую это приблизить. Я сейчас на обычную камеру снимаю, потому что разряженная, но я на нее немножко сняла рюкзачок, который вот здесь лежит. И у свои фавориты шматья на весну я постараюсь записать уже на другую камеру. Вот. Оно как бы такое по фигуре. Если кого-то волнует, я без лифака. Но тут не видно, что я без лифака. В принципе, у меня грудь маленькая, поэтому как бы, что он есть, что у меня. Сейчас я с выпертым животом. Специально. Сейчас он у меня как бы втянут. Мне прикололо, что тут есть кармашки. Телефон, конечно, в этот кармашек не сунется, но вот так ампула магнезии засунется. На всякий случай, если куда-то там вышел. Ключи можно положить, можно вот в не жаркое лето ходить. Вот сейчас я под пальто его одевала. Сейчас я еще рюкзачок померяю. Вот так вот в профиль. Рюкзачок вообще 770 рублей стоит. Настоящий хлопок, не считая нашивок, а не полиэстер. Он был без стяжек, стяжки я уже отдельно покупала. Можно, допустим, вот тут эти стяжки. Можно делать чуть повыше. Тут что, перевернулась малость. Рюкзачок я сегодня тоже обновила. Отдельный обзор я снимала на другую камеру. Тоже потом выложу. Кармашки по бокам, с каждой стороны по 2 штуки, внутри кармашек и еще большое отделение, и кармашек сзади, ну, в смысле, спереди, вот. Я, может, сейчас подойду поближе к камере и при этом отдалю, что я приближала. Да, вот тут такие висюльки, двойная змеечка, вон там, вон там. Он большой и вместительный. Ну, конечно, под дождик с ним лучше не ходить, потому что промокнет. Но он мне нравится. Вот артикул на рюкзачок я оставлю в инфобоксе. Также оставлю артикул на эти... Кошка, у меня шкапроновые колготки, ё-моё. Оставлю, да, этот, на стяжку грудную. Артикул. Сейчас я приближу обратно себя. Вот. Вот такое платьишко. Синий рюкзачок, более синий. Джинсовое платьишко. Розовая стяжка. У меня еще были розовые кроссовки. Ну, как бы, прошлым летом я их покупала. Но сейчас-то я в тапочках. Зритель, если хочешь поддержать мой канал, где тут будет облако. А если ждешь АСМР, то можешь подписаться на АСМР. Тоже где-то будет облако. И... Если хочешь написать что-то в коммент, то без разницы, что, я тебе поставлю сердечко. Главное, коммент не удаляй, а то бывает, зритель отпишет 100-500 комментов, напишешь ему в ответ на его комменты, если были вопросы, а потом смотришь, и комменты все удалены. Вон кошка что-то скинула с тумбочки. Свои вопли по поводу, как мне это платье не идет, и рюкзак большой, или наоборот, дифирамбы, можете оставить в комментах, я с удовольствием почитаю. Всем спасибо, всем пока!